А до этого делегация журналистов из округов посетила Тюменский радиологический центр, где используют современные технологии ядерной медицины. В этом году в нем завершилась реновация оборудования. Помимо тюменцев, плановую и экстренную помощь в учреждениях здравоохранения области ежегодно получает около 4000 жителей соседних северных округов. Кроме того, гостей познакомили с лабораториями Тюменского индустриального университета. В одной из них ученые разрабатывают продукты здорового питания из арктического сырья. Это комплексные пищевые добавки для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и повышения иммунитета. Свои исследования в университете проводят в том числе и крупные нефтегазовые компании, а молодежь Ямала и Югры ежегодно пополняет списки студентов учебного заведения. Многие наши горожане приезжают лечиться в Тюмень, тут намного развитая эта инфраструктура. Студенты также у нас нет в нашем городе, даже в нашем регионе Ямало-Ненецком у нас нет высших образований, так что все наши студенты тоже приезжают в Тюмень поучиться чему-то новому, получить высшее образование.